С 27 сентября 1943 года по 24 февраля 1944 года войска Центрального, Калининского, Западного и Первого Прибалтийского фронтов при участии партизанских соединений полностью или частично освободили 36 белорусских районов и два областных центра Беларуси – Гомель и Мозырь, что составило пятую часть территории республики. С наступлением весны Ставка Верховного Главнокомандования приступила к планированию операции «Багратион». Этот план подразумевал крупную перегруппировку войск и стратегическое взаимодействие с партизанами. Вновь сформированные штабы 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го белорусских фронтов установили постоянные каналы связи с командованием партизанских отрядов и соединений. Немецкое командование в отношении партизан начало проведение масштабных военных операций. К лету 1944 года в Белоруссии действовало 157 бригад и 83 отдельных партизанских отряда, свыше 270 тысяч человек и еще до 250 тысяч в резерве. Отдельные участки оккупированных территорий фактически освобождены и стали партизанскими зонами, в которых установилась советская власть, с органами управления, школами и даже сельскими клубами. К весне 1944 года в Ставке Сталина констатировали, что партизаны стали особым видом вооруженных сил. Они были все время на слуху. О партизанах много писала пресса, о наиболее удачных операциях постоянно сообщало радио. Кинематографисты тоже уделяли им немало внимания. Снимался киножурнал «Новости дня», «Союз киножурнал», отдельные фронтовые киновыпуски. Несмотря ни на что, снимались и художественные фильмы. Первый из них, секретарь райкома, создал режиссер Иван Пырьев. Иван, почему не уехала? Где оборудование? Веща погрузили, отправили. А сама к вам в партизаны. Что, сдурела, что ли? Что, у нас детский сад, что ли? Возьмите меня, Степан Гаврилович, я все умею. И стрелять, и гранаты метать. А, черт, садись скорее. Главный герой Степан Кочет в исполнении замечательного актера Ванина по праву открыл галерею масштабных, ярких характеров советского кинематографа военных лет. Вы, может быть, еще надеетесь на победу? Я уверен в ней. Руки встать. Но мы тут вам навстречу сюрприз приготовили. Мост сегодня должны рвануть. Ого! Из какой? Ага, какой? А ну, обожди, обожди. Обе мау. Погоди, это ж Маузер. Баська, у тебя ж есть. Чего есть? Пушка. Ну как раз по росту. Сами прототипы белорусские партизаны кино не смотрели, воевали. Наиболее мощной партизанской базой стала так называемая партизанская республика в районе реки Ушача, на территории между Лепелем и Полоцком. Во главе ее стоял командир бригады и бывший комиссар, полковник Владимир Лобанок. Другие партизанские центры, почти такие же мощные, держали под контролем районы к востоку от Лепеля до Сино и южнее между Лепелем и Борисовым. Весной 1944 года они получили приказ оборудовать оборонительные позиции и удерживать район от попыток немецких войск захватить его. По свидетельству бывшего начальника штаба 3-й немецкой танковой армии Отто Хейткемпера, немецкое командование поставило перед собой задачу во что бы то ни стало освободить занимаемую партизанами территорию. Для этого были детально разработаны две операции – Регеншауэр, Ливень и Флюрингсфест – праздник весны, в ходе которых планировалось сначала отбросить партизан в западную часть зоны, а затем и завершить их разгром. Это должно было обезопасить поставки живой силы и техники для армии по направлению Витебск-Лепель-Парафьянов. Кроме того, Полоцко-Лепельская зона находилась, по сути, на фронтовой полосе и в случае наступления советских войск могла стать для них удобным плацдармом.
Начиная с 11 апреля, 20 тысяч военнослужащих из состава 3-й танковой армии вермахта были привлечены для участия в этих операциях. Они окружили партизан и попытались сомкнуть кольцо. Сведения о блокаде поступили достоверные. Я увидела, что очень тщательно готовится к блокаде. Режут скот. Местное население тоже режет скот. Они тоже готовились уходить вместе с партизанами. Партизаны оказывали сопротивление, однако продолжалось оно недолго. Несмотря на поддержку советской авиации, наличие большого количества минных полей и оборонительных позиций, оборудованных на большую глубину, им не удалось воспрепятствовать продвижению немецких частей. К тому же отряды были отягощены мирными жителями, которые прятались у партизан от карательных операций. В итоге партизаны отошли к непроходимым болотам. Это было впечатление цыганского табора. Со скотом, с повозками, с детьми шло население местное. Со всех деревень. Все отступали на полик в это непроходимое болото. Это единственное место, где, предполагалось, можно будет укрыться. А немцы что? С овчарками страшными стреляли по этому болоту трассирующими пулями. Убили у нас женщину, у которой был грудной ребенок. Моя мама ребеночка этого взяла, а нечем кормить. Кормить нет, соли нет, сухари только и больше ничего. Немцы проводили беспрерывную бомбежку партизанской зоны авиацией. В последние полтора года войны Люфтваффе использовали Восточный фронт как своеобразный полигон для выпускников летных училищ. Кроме голода было еще ужасное то, что нас постоянно бомбили. Молодым пилотам предстояло освоиться в воздухе и набраться опыта. Партизанские зоны представляли собой идеальную мишень для тренировки. Ни истребителей, ни зенитных орудий у партизан нет. А из винтовки или пулемета сбить самолет можно только на очень малой высоте. Летали рамы, разведчики, самолеты-разведчики. Они бросали ящики мин, которые разрывались в воздухе. И осколками поражали на очень большое расстояние. И скрыться от этих осколков было хуже, чем от бомбы. Вот от этого, от этих бомбежек погибло очень много населения. И мирного, конечно, и партизан. На небольших болотистых островках в лесу собралось огромное количество людей. Закончилось продовольствие. Приходилось пить ржавую воду из болот. В этой ситуации разбросанные немцами листовки с призывом выйти из болота и идти спокойно в свои дома многие восприняли как шанс на спасение. Были малодушные люди, которые поверили этим листовкам. И по этому маршруту начали выходить. И мы увидели складированные трупные завалы. То есть они людей спровоцировали на выход, тут же их расстреливали, складировали, но не успели сжечь. К середине мая партизанский центр Ушачи немцами уничтожен. Около 7 тысяч партизан убито и столько же взято в плен. По немецким данным, было уничтожено более 13 тысяч партизан и 7 тысяч мирных жителей, им сочувствующих. 11 тысяч юношей и девушек вывезено для принудительных работ в Германию. Все деревни в партизанских зонах были сожжены дотла, часто вместе с мирными жителями. А что мы увидели, когда проходили через Плещинский район? Подошли к колодцу воды напиться, а там полный колодец маленьких детей, мертвых уже. Они просто не стреляли, а они их, наверное, убивали и бросали туда. Перед летней кампанией 1944 года на Витебском направлении в окружении 6 немецких дивизий попала вся партизанская зона между Лепелем и Ушачами. А это 16 партизанских бригад общей численностью до 17 тысяч бойцов. Партизаны заняли оборону по периметру 240 километров. Через 3 недели кольцо стянулось до 8 квадратных километров. И тогда окруженные пошли на прорыв. Прямо на танки, бронетранспортеры и пулеметы.
Мне казалось, что остался живой только тот, на кого не хватило пули. Сейчас в тех местах сооружен знаменитый мемориал «Прорыв». Сколько тогда людей погибло, учитывая обозы и гражданское население, идущее следом, и сколько прорвалось, точно неизвестно. Когда мы вышли с прорыва, кто-то же оставался живой, раненые лежали. Они проутюжили танками живых и мертвых. Третьего июня 1944 года началась операция «Багратион». Самая масштабная и эффективная военная операция самой большой войны в истории планеты. План этой операции разрабатывался в Ставке Верховного Главнокомандующего в обстановке строжайшей секретности. Ключевым моментом операции стало предложение Константина Рокоссовского. Соображения о наступлении войск левого крыла фронта на Люблинском направлении были одобрены сразу. А вот решение о двух ударах на правом фланге подверглось критике. Сталин и его заместители настаивали на одном главном ударе с плацдарма на Днепре в районе Рогачева. Верховный дважды отправлял Рокоссовского в соседнюю комнату подумать. Но тот стоял на своем. Что ж, сказал Сталин, настойчивость командующего фронтом свидетельствует о тщательной продуманности операции, а это надежная гарантия успеха, и утвердил план наступления. В начале июня белорусский штаб партизанского движения подготовил план новой рельсовой операции. 7 июня он рассмотрен и утвержден ЦК Компартии Белоруссии. На следующий день все партизанские формирования и подпольные организации получили по радио от начальника белорусского штаба партизанского движения Калинина указание подготовиться и в ночь с 19 на 20 июня начать партизанскую рельсовую операцию. В радиограммах каждому отряду поставлены конкретные задачи. Какой участок железной дороги вывести из строя, сколько и где подорвать рельсы. На тот момент разведчиками на оккупированной территории Беларуси было обнаружено 108 складов с боеприпасами, 58 с горючим, 36 продовольственных, 20 химических. Именно партизаны положили начало операции «Багратион». В ночь на 20 июня на территории за линией фронта они провели широкие диверсионные операции, которые вывели из строя коммуникации в районе между Днепром и Минском и к западу от города. Стратегически важные мосты оказались взорваны. Подвоз снаряжения немецким войскам был приостановлен во многих случаях больше, чем на сутки. Парализованными оказались не только большая часть железной дороги, но и сеть телеграфной и телефонной связи. Только в ночь на 20 июня партизаны подорвали свыше 40 тысяч рельсов. Начальник транспортного управления группы армий «Центр» полковник Тески докладывал, молниеносно проведенная в эту ночь крупная операция партизанских отрядов вызвала полную остановку железнодорожного движения на всех важных коммуникациях, ведущих к районам прорыва. Партизаны провели блестящую операцию. 22 июня передовые подразделения советских войск провели разведку боя. Чтобы скрыть направление главного удара, ее осуществили на широком фронте в 450 километров. Специально подготовленные батальоны и разведывательные отряды при поддержке танков, артиллерийского огня и авиации атаковали противника. Приняв разведку боем за наступление главных сил, немцы открыли ответный из артиллерийских орудий, таким образом обнаружив их дислокацию. Утром 23 июня войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го белорусских фронтов перешли в наступление. Сутками позже в операцию включились армии 1-го Белорусского фронта. Участвовали в этой операции и партизаны. Ежедневно в белорусский штаб партизанского движения на имя Калинина, руководителя штаба, поступали радиограммы и сообщения. Установили связь со штабами 43-й и 45-й армий. Бригады и отряды четко выполняют получаемые от них задания. Партизанский отряд за Советскую Белоруссию разбил вражескую группировку в районе местечка Нарыч. Партизаны Барановичского соединения преградили немецким войскам путь отхода на Новогрудок и удерживают шоссейную дорогу Дзержинск-Столбцы-Мир-Кареличи. В районе Столбцов отрядами нашего соединения разгромлен 217-й немецкий пехотный полк. Товарищ Пономаренко вручил ордены и медали группе гомельских партизан. Комиссар партизанского отряда Николай Онищенко
За поспеховый разгром немецкого гарнизона на Гомельщине узнагороживается орденом Червоного Стяга и медалью партизана Айчинной войны. 79 гитлеровцев знищил командир партизанского отряда Венедикт Лисовский. В результате первых шести дней наступления Красной Армии группа армий «Центр» оказалась в катастрофическом положении. Ее оборона была сокрушена на всех направлениях фронта в 520 километрах. К исходу 28 июня войскам 1-го и 3-го белорусских фронтов удалось обойти оба фланга группы армий «Центр». Создались благоприятные условия для нанесения ударов в направлении Минска и окружения 4-й армии вермахта. Мое самое яркое впечатление, когда мы соединились с Красной Армией, когда мы увидели первых разведчиков, то мне кажется, что более яркое впечатление. У меня даже от освобождения Минска уже не было. События в Белоруссии привели Гитлера в ярость. 28 июня он сместил генерал-фельдмаршала Эрнста Буша с должности командующего группой армий «Центр» и на его место назначил генерал-фельдмаршала Моделя. Он принял решение организовать оборону восточнее Минска. Сюда же командование вермахта срочно перебросило охранные специальные части из групп армий «Север» и «Северная Украина». Однако этих сил оказалось недостаточно, чтобы остановить продвижение Красной Армии. По широким просторам Белоруссии идет стремительный, неудержимый вал советского наступления. Освобождены Витебск, Бобруйск, Лобин, Орша, Могилев. Сломав оборону немцев, подвижные отряды наших войск устремились в глубину территории, занятой врагом. Глубоким обходным маневром войска 3-го и 1-го белорусских фронтов вышли на важнейшие коммуникации противника и приближаются к столице Белоруссии. Мы встретились с Красной Армией, советскими солдатами. Первое, что они сделали, говорят, смотреть на вас невозможно. Нас накормили, дали нам тупшенную кашу. Она была такая вкусная, и когда я попросила мне еще... Но мне сказали, больше нельзя. Не потому, что мы не можем, а потому, что вам будет плохо. Советские войска лесами и болотами, обходя опорные пункты врага, продолжили углублять свои клинья в направлении Минска, Слуцка и Молодечного. Следующая подошла колонна танковых войск. Нас не только накормили, нас посадили на танки, и нас подвезли, и подвезли далеко. После освобождения оккупированных территорий Советской Белоруссии в отношении партизанского движения тут же назрели несколько актуальных вопросов. Во-первых, учесть всех, кто являлся партизанами. Во-вторых, покарать тех, кто служил оккупационным властям. На первый взгляд, ничего сложного. В белорусском штабе партизанского движения решили создать оперативные группы по расформированию партизанских подразделений. Они должны выезжать в прифронтовые районы и там на местах при встрече партизан с войсками решать все вопросы. Кому справку о заслугах перед Отечеством и награды, кому скорый суд и пулю. Еще в апреле 1943 года было создано Главное управление контрразведки СМЕРШ. Основная его деятельность была направлена на борьбу со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной Армии. Совместно с войсками НКВД по охране тыла действующей армии и территориальными органами НКВД проводилась зачистка прифронтовой полосы от немецкой агентуры и антисоветских элементов. Третьего июля одновременно с трех сторон, с юго-востока, с севера и северо-востока, наши части ворвались в Минск. Три года ждали советские люди этого часа и дождались. С потерей Минска немцы лишены важнейшего стратегического узла своей обороны на западном направлении. Волей Сталина, доблестью Красной Армии, столица Белоруссии возвращена родине. Вот он, Минск, снова наш, советский, свободный Минск. В
столице приступил к работе Минский горисполком, которым руководил Константин Бударин. Секретарь Минского обкома партии Василий Козлов предложил провести в Минске митинг и парад по случаю освобождения столицы Советской Белоруссии. Идею поддержали на самом высоком уровне. Вечером 14 июля прошло заседание Бюро ЦК Компартии Белоруссии. Было принято единодушное решение – митинг-парад провести 16 июля на городском ипподроме. Партизаны начали готовиться. К 10 июля в город их прибыло более 4 тысяч, а к 15 июля ожидалось еще 15-17 тысяч. И когда мы пришли в Минск, на улицу, помню, Старовилинскую, как нас встречало местное население, как нас встречали горожане. Они набрасывались на нас, целовали, обнимали. Утром 16 июля колонны партизан двинулись в сторону ипподрома. Вместе с ними стекались к месту торжества тысячи горожан. В 9 часов утра начался торжественный митинг. Со специально подготовленной по такому случаю трибуны звучали приветственные речи руководителей республики, командиров партизанских отрядов, гостей из города Горького, которые прибыли в Минск с целым эшелоном подарков. Секретарь ЦК Компартии Беларуси, начальник белорусского штаба партизанского движения Петр Калинин подал команду торжественному маршу. Грянул оркестр. Партизаны стройными рядами двинулись мимо трибун под аплодисменты ликующих минчан. Впечатление, ну, такое, вы знаете, восторженное. Шли именно обыкновенные, такие, не одетые, не ухоженные, какие они есть, партизаны. Всего 30 бригад, в основном Минского и Могилевского партизанских соединений. Партизанские разведчики, подрывники, пулеметчики, кто в военной форме, кто в трофейных френчах или в гражданской одежде, но все в полном боевом вооружении. Участник парада, партизан отряда «Коммунар» Василий Марахович, так вспоминает об этом событии. Между разрушенными и сожженными домами Минска шли маршем заросшие и схудалые партизаны. В руках у них была самая удивительная коллекция оружия сражающихся тогда армий. И даже оружие, которое изготовили в лесах кузнецы. Их встречали с восторгом. Они шагали гордо с наградами на груди. Они были победителями. Символично, что на другой день, 17 июля, в Москве по улице Горького прошла 60-тысячная колонна немецких военнопленных. Практически каждый второй из них был пленен под Минском. Им все же довелось увидеть столицу СССР, но уже глазами побежденных. На фоне грандиозной победы СССР и союзников во Второй мировой войне вклад белорусских партизан долгое время оставался недооцененным. Понадобились десятилетия, чтобы пришло осознание, что на всей территории Белоруссии вооруженная борьба практически не прекращалась все 3 года оккупации. И это было масштабное национальное сопротивление. Лишь в 1974 году белорусам удалось преодолеть стереотип «оккупированный». За партизанскую и подпольную борьбу городу Минску было присвоено звание «Город-герой». Многие не дожили. А из тех, кто стоял у стелы 3 июля 1974 года, были и такие, кто за это время впервые приехал в столицу и не узнал ее. Перед ними был новый современный город. И они плакали.